Всем привет! Мы на канале Саша ТВ. Сегодня мы хотим вас познакомить с новой коллекцией АД Гостини. Это Фейзиленд. Это вот такие вот очаровательные феи. Вот такие пакетики. У нас их 10 пакетиков. Сейчас мы откроем все, познакомимся с коллекцией, узнаем, что же это за феи. Есть такой мультик, его можно будет посмотреть на сайте АД Гостини и на Ютубе. Так что начинаем. Что же это за очаровательные феи? Ну, на картинках они просто суперские. Смотрите, какое кольцо. Ой, это просто нереально. Они сумасшедше красивые. Мало того, что эта фея нереально красивая, у нее просто, вам не объяснить словами, какие у нее крылья. И с ней еще идет вот такой вот блеск для губ в виде перстня. Перстень может Саша одеть на свой пальчик. А, красота. Только не на этот. Ну, на любой пальчик. Это самый средний. Вот. Это самый удобный. Ну-ка, покажи. Вот такая вот. Просто нереально красивенная. И сейчас покажу, как он открывается. Опа! Это блеск для губ. Да, можно девчонкам мазюкать губки. В коллекции 12 вот таких нереально красивых фей. Нам попалась фея Грейс. Это Грейс. Веселая фея. Она любит петь и танцевать. Я танцую и пою. Здесь полное описание этой феи. Та фея, которая нам попалась, и конкретное, подробное ее описание. Кто же это такая, что она делает, где она летает, где она обитает. В общем, все-все-все. Это фея Грейс. Вот она, просто обалденная. Какие крылышки у нее. Вообще супер. Материал нереальный. С каждой вот феечкой идет колечко с бальзамом для губ, и у каждой феи этот бальзам для губ будет разного аромата. Давай, открывай. Да, наш бальзам со вкусом клубники. Так, Настюшенька, ой, какая спящая. У меня нет слов от этой коллекции, просто пропадает дар речи. Это надо видеть. Посмотрите. Что попалось Настюше? Да, это феечка. Она спит на цветочке. Посмотрите, какая она нереально красивая. Милая. Да, доставай, Настюшенька, свой бальзам для губ. А эта феечка у нас мечтательная. И вот такое колечко с бальзамом для губ. Вау, он желтого цвета. Этот бальзам будет пахнуть ванилью. Точно такой же буклет идет с этой феечкой. Это феечка Эмили, мечтательная фея. Она бесподобная, нереальная, просто красавица. Так, мы уже все намазались этим блеском для губ. Он очень приятный, такой вот просто обалденный. Безопасный для деток, просто на 100%. Теперь открывает Сашенька третью. Вот. Это я пока почитаю буклет. Вау! Серебряные крылышки. Серебряные? Да. Вау! Фиолетовое кольцо с бальзамом. Вау! Это феечка Эбби. Вот такая красавица с серебряными крылышками, с желтыми волосиками сидит на цветочке. Это просто... очень очаровательно. Эбби — это добрая феечка. Щедрая и заботливая. Вот такая вот красавица. Просто очень милая. Это лесные феечки. Они живут в лесу, на цветочках, на лужайке. Просто очаровательные. Вот такие вот колечки. Бальзам для губ можно пользоваться деткам. Он безопасный. Пахнет наш бальзам, который попался с Эбби, тоже ванилью. Итак, Настюшенька открывает следующую феечку. Вообще классно!
очень интересно, посмотрите обязательно мультик про этих феек. Смотрите, у нее желтые волосики, яркие волосики. А это, посмотрите на эту милую красоту. Феечка с розовыми крылышками. Это феечка с розовыми крылышками. Ее зовут Лили, это мудрая фея. Если у феечек случаются проблемы, Лили всегда готова им помочь, поддержать полезным советом. И вот такой вот тут розовый цветочек. Они очень красивые. Это лесные, просто лесные класс. Феечки. Они живут на цветочках. Обалденная фея. Открываю Сашенька коллекцию. Обязательно посмотрите мультик, очень интересно. Это? Конечно, это орел. Орел. Да, орел. Посмотрите, какие крылья нереальные, красивые, небесной голубизны. Светло-сиреневый браслетик. Браслетик. Колечко. Перстень с бальзамом. И такая милая фея. В общем, они нереально красивые. Эта феечка с нереально голубыми крылышками. Ее зовут Ариэл. Это храбрая фея. Она ничего не боится. Вот. В буклете ее описание. А, они очень вкусно пахнут. В восторге от этой коллекции. Да, гостини просто превзошли. Просто наше ожидание. Это супер. Открываем следующий. Повторка. Так, нам попалась. Повторка. Разве? Да. А мне кажется, нет. У этой феечки раскрыты крылышки, а у этой согнуты. Или они раскрываются? А, они, наверное, раскрываются. Это кто? Эбби, да, это повторка у нас. Эбби. Только у одной крылышки сложились, а у другой нет. Так, открываем следующую феечку. Так, это что у нас? Повторка! Нет, это не повторка, это Грейс. Грейс. У нас была Грейс. А, да. Это Грейс. Вот еще одна повторка Грейс. У Саши, в общем, одни сиреневые перстни. Такие вот феечки. Что-то у нас наша феечка. Я буду хранить. Эти бальзамы. Опять повторка. Да, опять Эбби нам попалась. Эбби. Ну что, девчонки, зато бальзамом запаслись на целый год. Супер. Сашенька, следующую. Буклетик. Два подруга. У меня три подруга. Давай. Это новенькая, да, это новенькая. Это Калли. Калли. Да, Калли. Кали или Калли? Кали. Да, это фея дружбы. Калли очень дружелюбная фея. Она считает, что дружба очень важна. Конечно, это так. Вот так выглядит наша дружелюбная фея Калли. И вот такие суперские уже у Саши браслеты на одной руке заполнены. Колечки. Колечки, да. Да не просто колечки, а с вкусно пахнущим бальзамом, очень нежным и приятным для губ. Так, кто это у нас? Ну, это тоже новенькое. У нас еще такой не было. С розовым перстнем. Вот такими сиреневыми крылышками. Что за феечка? Смотрите, какой красивый у нее ободочек в виде ромашки или подсолнышка. Это фея Эвери. Сладкая фея. Сладкая фея. Почему она сладкая? Она такая милая и нежная. Она никогда не сердится. Всем нравится. И всем нравится ее улыбка. Она обожает печь пироги и угощать всех сладостями. Вот она, красотка Эвери. Все они просто бесподобной красоты. О, я пеленку взяла. Пакетики у нас закончились. Из коллекции нам попалось 7
вот таких нереально красивых фей. Три повторки. У меня зеленый, сиреневый, да, темный, светлый сиреневый, опять светлый сиреневый и опять. В общем, практически все сиреневые у тебя. Да, попались. Только нереально такой классный, вкусно пахнущий, обалденный бальзам для губ. Класс! Ой, даже фея упала. Да, запаслись мы на целый год. Класс! Коллекция просто нереальная. Нам хочется, очень-очень-очень хочется собрать всю коллекцию. Осталось тут совсем немножечко. Буквально, ну сколько, 5 фей нам осталось собрать, чтобы собрать всю коллекцию. Кому понравилось? У нас 5 колечек. 10 колечек. Не 5. Миллион колечек. Кому понравилась эта коллекция, обязательно скорее бегите заказывать у Дэя гостиниц. Ссылка будет обязательно будет в описании к видео. Вот лайки заказывайте ставьте. Эту коллекцию. Просто нереально, не пожалеете. Также этих феечек можно приобрести в этих киосках Роспечать. И либо заказать на сайте. Просто нереальная коллекция. Спасибо, Дэя гостиниц. Ставьте много-много лайков. Обязательно ставьте много лайков, потому что коллекция просто нереальная. Спасибо, Дэя гостиниц, за эти нереальные игрушки. Нажимайте на красную кнопочку, нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на канал, смотрите наши видео, не пропустите. Заказывайте эти игрушки скорее. Ну а мы прощаемся и скорее же будем играть этими нереальными феями. Всем пока! Пока!